Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня мы приготовили для вас совершенно эксклюзивные кадры. Мы увидим вместе с вами, как зарождается жизнь нового ювелирного украшения и проследим за ним от момента эскиза до отправки в руки счастливой обладательницы. Мы уверены, наверняка многим из вас интересно узнать, как создаются ваши любимые ювелирные шедевры, и поэтому приготовили для вас обзорную экскурсию по любимому заводу всей страны – Приволжскому ювелирному заводу «Красная Пресня». Теперь наши изделия отправляются на этап финальной обработки. Здесь их очищают, шлифуют и полируют вручную. Также крепят готовые вставки от крупных до самых миниатюрных камней. После этого изделие выравнивается и подвергается обжигу для закрепления всех вставок и своей формы. Далее украшения отправляются на процесс покрытия различными металлами. Каждый из нас любит разные виды покрытия. Кому-то импонирует золочение, кто-то просто обожает традиционное оксидирование, а кто-то является поклонницей светлого родирования. Такие покрытия осуществляются в специальных ваннах. А вот сложные элементы, такие как декор с выборочным родированием, покрываются родием исключительно вручную. На этих кадрах мы видим процесс золочения. Он проходит в нескольких ваннах. В заключение изделия достаются, и на некоторое время им нужно дать обсохнуть, чтобы позолота легла ровно и крепко. Готовые изделия сортируются, выбраковываются, а также распределяются по размерам вручную. И далее переходят на доставку в наш интернет-магазин, откуда они уже отправятся своим счастливым обладательницам. Вот таким оказался путь ваших любимых украшений, которые теперь радуют вас каждый день. Мы надеемся, что вы узнали много нового и интересного для себя и наглядно убедились, что каждое изделие изготавливается с душой, трудолюбием и мастерским подходом к делу. Благодарим вас за внимание и очень надеемся, что каждое изделие от ювелирного завода «Красная Пресня», как и прежде, будет дарить вам только счастье и радость. До новых встреч!